А не побыть ли нам сегодня правдишными учителями, решили мы с утра. Здравствуйте. И посему предстали перед нашими учениками вот в приличном костюме, свойственном для России. Я так думаю, что учительница в России должна выглядеть вот так. Я здесь выгляжу всяко по-разному. Иногда это доводит до исступления моих зрителей, потому что кто-то мне даже написал. Причем я была в свитере под самое горлышко, в сапогах и длинном рукаве, и мне все равно написали, что так обряжаются дамы вот на улицах с красными фонарями. То есть кто что хочет, то и видит. Но я думаю, что россиянам в любом случае приятнее видит учительницу в костюме. Костюмов у меня очень много. Я когда приехала, я у мужа пересчитала костюмы. Их было и есть 22. Он ничего больше не купил. Вот уже 11 лет он их носит. И неизвестно, сколько он носил до меня. Костюмы все на месте. А у меня костюмов стало очень много. Я даже боюсь пересчитывать, потому что придется прекратить их покупать, а покупать я все равно люблю. И башмачки на мне, вот такие бутильончики, они очень редкие башмачки, в том плане, что я платила за них полную цену. Делаю я это чрезвычайно редко, для этого надо либо очень-очень понравиться мне, либо быть очень удобными. Вот эти башмачки я покупала специально. Я тогда работала в казино, это уже 100 лет назад. И мне нужно было в чем-то стоять вот 8 часов на работе с перерывами. Правда, я 40 минут работала, 20 минут отдыхала, но тем не менее 40 минут надо за столом стоять. И я искала какую-то очень удобную обувь. И нашла вот эту. Вот встала в них, это тапочки. Это тапочки, в которых можно и плясать, и ходить, и что угодно делать. А на них вот такие вот блестящие носочки, которые великолепно себя чувствуют и не сбиваются. Пуговочки, я посмотрю на них фирму и ниже в описании напишу. Пробуйте эту обувь, если вы носите на высоком каблуке, для того, чтобы чувствовать себя очень удобно и никогда не уставать. Вот в этих башмачках хожу по сей день с удовольствием. Так, что касается наших украшений, я повесила к себе на шейку вот такое вот итальянского стекла подвесочку. Она очень хорошо здесь расположилась. Я сегодня нацепила сережки, чего я делаю чрезвычайно редко. Сегодня я в сережках, вот такая вот звезда. И сегодня у меня маникюр под цвет. Кто-то сказал, маникюр не подходит, и цвет волос не подходит под этот костюм. Но я не могу ходить все время в синеньком. Вот сегодня у меня подходит все. На мне вот это новое кольцо, которое мне муж купил совсем недавно на ярмарке. Это из лапись по-английски, лазурит по-русски. Вот такой вот шикарный камешек. Я хвасталась, уже его показывала. Когда мы его привезли, здесь в белом золоте женин камешек, который он купил еще до моего приезда, мои любимые перышки, и я нацепила вот такой вот сегодня браслетик. Хотела другой, не могла застегнуть. Муж в командировке. Скоро приедет, уже сейчас пойду готовиться. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.